Хей, йо, гайс, с вами Шумики, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Ой, блядь, как меня это уже бесит. Мы с вами в прошлой серии довольно хорошо все прокачались. Теперь мы влазим под вот этому говну всему. Меня тоже начинает бесить. То, что там типа самурай, которого мы не можем убить. А смотрите, тут по-разному, видите, типа, есть лучник здесь, либо его нету. Либо он просто боится и убегает туда. Вот он, вот его типа не увидел, что ли, как я его убил? Так, все, бежим. Вот единственное, это вот этот лучник, который попадает, по сути, по мне сейчас. Теперь просто бежим по прямой. Можно даже за эти фигнюшки не цепляться. Все равно мы туда прыгаем вниз. Убиваем вот этого. Я думаю, а вдруг мне просто дадут что-то за то, что я убил ее, типа, того. Вот пацанчика. В черном. Так, вот, видите? А вот с тем так не получается. То есть он меня замечает, да? Но он потом следит за мной, когда типа уходит. Типа это более опытный, как я понял. Или нет? Серьезно? Пацан, ты серьезно? То есть я с тобой это все время большой кошелек. Так, кошелек. До краев полный сен. Так, открыв его, вы заберете лежащие там монеты. Этот кошелек тяжел настолько, что вызывает на лице у волка. Так, некое подобие улыбки. Деньги из этого кошелька не теряются после смерти. А ладно, все-таки ты что-то и дал мне, ценненько. Не, ну все равно, типа, я мог все это сделать так, оказывается. Класс. Че, прикольно. Если это можно было все так сделать. Сейчас мы их всех загрем просто. Убежим. Да и все. Довольно легко и просто. Если музыка утихла, значит враги меня уже не видят. И не следят за мной. А, нет, тут следит. Зачем они задом идут? Зачем? Ты сейчас все равно в свою дырку пойдешь. А кто меня вот видел? Вот, а, это типа просто пятно. Что он следит за мной.
А, то есть они со всех сторон, да, летят? Это окей. Хорошо, пойдем теперь в эту сторону. Так, здесь у нас наверх был, да? Как говорится, здорово, задний двор. Маслом. Неужели сохранялка? Здравствуйте. Отдохнуть. Ужас. А, стоять, по прокачке мне что? 2 очка. А что мы сказали будем делать? Изучить навыки. Я сказал, кажется, 3, да, буду тут прокачивать. Дает пассивный навык скрытные звуки, а так как понижает слим подвижений, из-за чего вы труднее услышать вас. Синоби должен иметь пред... Угу. Либо протез, я говорил, да, типа хилку прокачать. Дает пассивный навык лекарства Эми, улучшает эффект лечебных предметов. Я думал, лучше хилку сделать получше. Типа, чтобы больше хилил. Мне кажется, это более нужный, чем все остальное. Ладно, в атаку. Что, жопа 2, да, начинается? Нифига их тут. А не многовато ли вас? Ребят. Хрена, 5 штук сразу здесь. Ну а, пускай идут. Одного я максимум заберу. С топором сначала. С луком я так зарежу. Они по 2 ходят. Ай-яй. А не подгорю ли я? Так, до свидания. Я просто сейчас от них отцеплюсь, довольно далеко бежать надо. Плевать, что у врагов восстанавливается ХП. Если они меня не видят, алло. Они на меня же не нападут. Так ведь. Сейчас проверим мою терку. Да, может просто посрать на меня. Так, один в доме ходит. Вот эта тварь что-то подозревает все равно. Давай. А как мне вот тут вообще услышал? Куда мы идем? О, это хорошо. Так. Этот уходит. Он ничего не... Сказал я, он ничего не услышит. Можешь факел убрать? Слишком жарко.
Типа видим. Типа видим. Типа видим, но мы не видим, да? Вы тоже сейчас будете убиты. Главное, чтобы они не в разные стороны пошли. Как спрятаться за камнем? Изи. Изи спрятался за камень. Так, мне кажется, туда сейчас рано. Что, в дом шиноби пошлите? Воровали домик. Так, конфетти божественные. Так. На, зараза. Узнал, где-то же был чилик. Блин, пипец, я хочу. Уже не хочу. О! А ты откуда взялся? Сорян, ребят, ну это было для меня тоже страшно. Я не понимаю его атаки. Ой, я немного подогрел на работе. Это как? Это как? Боже, как вы меня бесите. Веришь? Я не собираюсь сбежать, блин, вот это заново отхиливаться. Откуда этот появился? Ой, жопа. Ладно. Буду держать в курсе вещей. А, я хер так попаду, да, туда? Потом здоровяк, я не хочу с ним драться. Так, давайте мы с вами, знаете, все-таки что сделаем? Где глиняные горшки? И так, убегаем. Типа убегаем. В самом деле мы за камнем. Он типа подумал, что мы свалили, да, типа мы трусы, но нет. Мы настоящие воины, а мы остались просто в тени, как стеноби.
Я синоби. Ты синоби, я синоби. А он нет. Поэтому он не знает этой техники. Превращение в камень. Да-да-да. Он просто думает, что это камень. На самом деле мы с вами знаем, что это не камень. Его наказала эта судьба. Легкий кошелек. А не многовато ли их? Я тут смотрю, здоровяк там сидит такой на нормалях. Типа не знаю, что как вы, а мне все норм, говорит он. Думаю, лучше отхилиться. Или туда полететь. О, это черепаха. Ни хрена черепаха себе жестко. Да, тут типчик опасный, сразу видно по телу. Давайте с этим поговорим. А ты не просто воин? Как дела? Так, для бродяги ты и опытность, синоби. Мой долг защитить молодого господина. Господин Акура. Господин Иси никогда не простит мне неудачу. Сразимся же вместе! Ты не смог, я сейчас не смогу. Тут еще двое этих. А можно его как-то одолеть? Пожалуйста. Не, я понимаю, просто здесь сложно фигня чем. Его много. А я один. Он немного яд себе вымазал. Ядом, да? А можно с ним не драться? Да, это яд. А теперь мы с тобой наравне. Я просто не хочу подходить, когда он за нами мечом. Он его хотя бы выветрит. Тихо. Назад, назад. Ох ты ж, ё-моё! Опасность. Рано. Тихо. Хорошо, дальше что у меня есть? Ясные дрожжи. Второй удар, где? Мне нужен хил. Это жестко. Не, ребят, это рели жестко. Хотя, знаете, что я могу попробовать? А ведь я могу это и попробовать. Сбежать.
Сейчас покажу. Блин, нужно... А хотя лампа срать. Сейчас я типа сделаю вид, что я убегу. Но сначала нужно перебить всех его вот этих помощников. Чтобы они мне не мешали. Блин, теперь... Там... Блин, ну почему эти боссы? А, найс. Минус, изи, минус, чё. О, тихо, три. А мне еще нужно все равно опыт. Ну, знак предсмерти посрать. Все равно все враги здесь. Короче, я как понял, мне надо помогать просто на первых, да, стадии? Так, а теперь лучше убежать. Что я перепутал? А теперь я просто убегаю от этого челика. Желательно далеко. Да ты должен меня потерять, чел. Можешь это понять? О, все, он меня потерял. Нужно его на открытую местность теперь выводить. Вот сука, а вот того я не увидал. Тихо. Нет, тихо, почему я не теми хилюсь? Опа, опа. Так, хорошо. Хилимся. Оп. Тихо. Тихо, уворот. Он когда, короче, бухает, лучше в этот момент его атаковать. Ну, только когда он бухает. Давайте я лучше того еще грохну.
Так, он бы меня сейчас еще поджег. Так, а теперь с тобой. От него лучше держаться подальше, главное, когда вот так он делает. И все, отходить. То есть будем вот так его крушить потихоньку. Вот он. То есть осторожно, играем осторожно. От урона. Он довольно медленный. Только в некоторых случаях. Но от него можно бегать. Видите, он все равно контратакует и блокирует. Поэтому лучше ждать. Все. И атакуем. И атакуем. Сейчас он... Видите, он все равно встает. Так. Сумоист херов. Давай, давай, давай. О, захват был бы опасен. Второй удар. Нет. Второй удар. Нет. Второй удар. Оп. Ой, ой. Ой-ой-ой. Все, видите, типа я пожадничал, и все, я почти сдох. Поэтому пускай он лучше бухает. Я лучше буду держаться на расстоянии, пускай он лучше бухает. Чел, бухай. Либо я не буду на тебя нападать, пока у меня не восстановится моя атака. Не выпьешь, не атакую. Не выпьешь, не атакую. Выбор за тобой. Либо ты бухаешь, либо нет. Это все тайминги. Пойми. Ой, ой, а, это Бладбад! Я думал, он флягу достает. Хе. Не-не-не-не, приятель. У меня еще восстановление не откатилось. Второй удар. Нету. Раз. Странно, вот. Нельзя, нельзя, нельзя вот так подходить к нему, когда не знаешь его атак. Тихо. Все, на. Больше я не собираюсь. Все, не. Неочищенное саке, бутылка мутного... Так, мутного неочищенного саке, саке нужно пить в компании. Это мутное саке, один из любимых сортов осин... Исина-осина. Так, оно обладает богатым вкусом, но при этом зачастую слишком быстро и сильно пьянит. Густочки. У меня тоже уже закончился. Все, изи. То есть, лучше подготовит... Ай. Лучше вот так быть наготович. Чем просто нападать. Они в каждой. Знаешь, я только что знаешь, с кем сразился. Ты что, не знаешь, с кем я только что сразился? Сейчас узнаешь, приятель. Так, маслице. Дрожже. Порошок. Место довольно большое. Хотя... Я думаю, если бы мне уже западню построили здесь, то они позже тут и стояли.
говорить. Сын Филина. Мне было жуткое видение. Он выходил наружу. Выходил и выходил. И конца края не было видно. Не было. Молодой господин. Молодой господин в особняке. Мой сын Инасаки отправился спасать его, так что он, вероятно, в порядке, но... Но ведь это бывает, возможно, ты нужен молодому мастеру Синоби. Прошу, иди к нему. Окей. Сначала отхилимся. Отхилимся и отдохнем. Опа, стоять, изучить навык. А где пьянка? Пьянка. Да. Карма, карма, повышает, повышает, повышает. Угу. Удар стихий. Дает навык удар стихии. Это умение Синоби позволяет сразу же после определенных атак. Так, паразит, передать эффект соответствующего странного инструкта мечу и выполнить его перед собой. Вид атаки зависит от использования инструментов. Так, удар поли... С сальтом. Ну, это, кажется, одно и то же, разве нет? Дает навык обратный удар полуночник. А, ну типа обратный сальто. Дает пассивный лекарство. О, нужно будет еще вот это прокачать. Ну это уже потом. Сейчас мне нужно будет вкачивать вот это. Вот это я не буду вкачивать, нахер оно надо. А, лучше вкачаю. Блин, нужно и тройку, и это за три. И здесь нужно начать вкачиваться, чтобы меч прокачать. Вы, молодой господин, на нашем месте я бы туда не пошел. Ужасный морок, морг. Без щелка на семечке вам его не одолеть. Возьмите это. Тут немного, но уж чем могу. Щелкающий семечко. Так, семена хохлата, так. Плотный, если их раздавить, издается громкий щелчок. Он помогает разогнать морок. Если вы видите морок, значит кто-то его навел. Чтобы одолеть призрака и вернуться в реальный мир, нужно победить создателя морока. В этот могут быть весьма полезные щелчки-мешочки. Давайте сдвинем. А говоришь, семечко, да, лучше поставить? Чем мне фляга пустая? Да, найс. Ясно, отдохнуть. Побежали. Зараза, ладно. Так. Что, откроем двери занавеса, да? Хотя можно это на следующей серии сделать, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.